Вечерний выпуск новостей. Уже хорошо знакомая нам ГГ Тимараков Ялевая снова в деле. Сегодня команда бросает вызов очередному непроходимому скилл-тесту, который нужно пройти в паре. Что из этого выйдет, мы узнаем вместе. Ну а сейчас я вам советую подписаться на канал, для того, чтобы не пропускать наши выпуски новостей, и поставить лайк, если хотите больше подобных роликов. Приятного просмотра, начинаем. Вечер добрый, дорогие друзья, Квантум с вами Агиман. И добро пожаловать, это парное мучение в GTA 5 онлайн, или же парный скилл-тест. Здравствуйте всем. Что нам нужно сделать? Нам нужно проходить вместе испытания элементов в GTA. Это будет не просто такая собака, низкополигональная собака курильщика сверху. Просто я только сейчас увидел. Нам пока что ничего сложного здесь не предстоит. Буквально пару минут. Дальше нам для прохождения потребуются усилия совместные, настолько сильные, что... Я тебе чё? Вот ты сиди там в этой подворотне. В какой подворотне? В той самой подворотне. Вот ты всё-таки туда поехал. И мы должны играть вместе в тандеме, а не вот это делать, то, что мы сейчас делаем. О, телепорт. Я лево, ты право. Давай, я лево, ты право. Окей. Вот, мы... Что это за машина? Пока что машины одинаковые, да. У моего друга есть для тебя новости. Недавно я увидел One State. Меня удивило, что каждому игроку дают бесплатный бизнес для прокачки с гигантским количеством возможностей для заработка. Здесь ты встретишь кучу игроков, ведь игра полностью состоит из живых людей. Кто-то играет за полицейского, кто-то за военного. Также есть те, кто создал свою банду и держит город в страхе. С кем-то ты подружишься и начнешь мериться, у кого круче тюнинг. Но самое крутое, что все это на настоящей карте Америки, с удивительной оптимизированной графикой. И это новый уровень мобильных онлайн-игр. Заходи на One State, обязательно скачивай его по ссылке в описании и вводи мой промокод на 10 тысяч игровой валюты. Ссылки и промо в описании. Начинается скилл-тест. Собственно говоря, смотри, что нужно сделать. Нам нужно опустить этот вот парапет. Все, я проехал. Вот, Гиман, я тебе про это говорил. Вот если мы в середине или в конце сделаем вот так, как сделал Гиман сейчас, сделаем мы это, не пройдем или начнем его играть сначала. И в этом вся проблема. Я просто забыл уже, слышишь? Я тебе говорил, поаккуратнее нужно быть. Это что здесь сделать нужно? Ну, уронить его надо. О, он роняется. Давай. Свой угол роняй. Он должен застрять. О, идеально все. О, Бэтмен. Че это? Нафиг ты в Бэтмена врезался? Опять? О. О. Все хорошо. Куда ты? Куда ты встал? What the fuck? Давай, хряб столько. Ты зачем ты в отбойник врезался? А ты можешь спуститься и в сторону, в бок его сдвинуть, чтобы я просто как-то пролетел? Ну, что, тогда типа... я был в такой же жопе, как и ты. Ладно, помогу тебе. Ну, типа, чтобы хоть какое-то пространство появилось, чтобы я... Капец, он тяжелый. Ну, да, что-то... Ну, вроде толкается. Трындец, 1000 лет спустя. Переспаун. И просто пролетим. Ну, да. Сейчас здесь все, пролетели. Только проедь. Красавчик, проехал. Нормально, я проеду. А здесь, я, кажется, знаю. Там, видишь, сзади зеленый трамплин? Мне кажется, нужно сделать вот так вот. О, типа отсюда старт? Фига прикольно. Контумец. А. А посмотри на мой трамплин. Сейчас. Давай, мы сейчас систему наёжим. Давай. Не, подожди, а зачем вот здесь есть шары? Их скинуть? А нафиг они нужны? Нет, я не понимаю, подожди, допустим, шары мы сейчас выкинем сюда. Да ну нафиг, его катить потом придется. А с этим грузовиком как мы катить его будем? Типа, чтобы нам не терять время, лучше сразу перезапуск сделать. Произошел перезапуск! А почему? Потому что грузовик нам действительно мог помешать. Ну а сейчас мы все пройдем. Даже не я виноват. Давай, фигачим его. На. На него наесть сходу, лежать, мышь. Первый задедосили, все нормально. Вместе. Наедь на него сходу. Опа. Нет, как он хорошо лег. Прям как нужно. Теперь роняй. Аккуратненько сейчас помостик этот опущу. Да, роняй, потому что я... А то ты и тот еще аккуратист. Давай, я первый поеду. Давай, ты точно справишься. Я не долетел! Тут еще скорость может быть слишком высокая. Ты перелетишь на раз-два. Да. Офигительно. Давай, оп, пошел. Смотри, как я хорош. Стой. Советую тебе уехать оттуда прямо сейчас. Ну, зачем ты меня пугаешь? Я упал.
А я заехал. Лучше предупредить, чем впердолиться в тебя, правильно? Лучше подождать, можно попробовать. Молодец. Ты испортил две попытки, запомни, Кутунец. Нифига подобного, я твою попытку не портил. Все, поехали. Делаем дело красиво. Очень красиво. Да ё-моё, ну что тут такое? Это самое начало. Так, Квантум, все, не мешай профессионалу. Офигительный профессионал от слова «непро». Ну, колеса задние упали. Эта фраза точечно объясняет, почему Агиман до сих пор такой грустный. Задние колеса упали. Стой! Да ебучий случай! Иду, упал. Отсюда, говоришь, хватает, да, скорости заехать? Да, с пробельчиком. Ну да. А вот дальше что делать? Даже чуть выше середины я влетал. О, я проехал. Ура! Мы прошли это! Спустя 5 минут, нафиг, нет, спустя 3 минуты. Мы на 1.5 минуты заехали сюда. Сейчас не хватало чего упасть отсюда для полной красоты и феерии. Я тут сейвлю его, если что. Давай, я тебе скидываю тут шарик. Тут два шара. А, да? Ой. Давай, сейчас оба скину. Один начинает работать, в работу его отправляю. А вдруг там два шарика нужно? Давай, синий, красный пусть лежит, а синий погнали. Давай. Давай, аккуратненько его. Все, трындец, шары еще в GTA не катал. Ну, чего, блин, дошли мы? Я дальше проехал, чтобы засейвить его, если он укатится. Блин, лови его. Я переднюю с задней перепутал. Ну ты, конечно, красавчик. Но он катится и катится, это радует. Он просто катится, да, и ты все. Ты помнишь, что тут Бэтмен, поэтому обвиняй, да, Бэтмена. Я сбоку сейвлю. Ага. Слушай, он катится и катится, как будто в нем какой-то гиродвигатель. Его разогнать надо теперь. Давай, разгоним. Все. Ты что-то там это, тормозишь его походу? Нормально. Поворачивай его. Он тунец! Ты должен быть справа, в чем проблема? Все нормально, я пострахую. Проблема в тебе, в твоем неуверенном повороте направо, вот в чем проблема. Нормально, я все его нежненько катил. Смотрю, тебя справа вообще нет. Все, поворачиваю, давай потихонечку. Ну, ты и сам поворачивает его. Давай. Все хорошо. Мы топ-команда number one. Посмотри, там глиссада у нас верная, на посадку заходим. Все шикарно. Подправь его, я буду его ловить здесь. Давай. О, идеально! И что это? Должны прыгать теперь через него. Трамплин. Поехали, мы прошли, ура! Носиком коснулся. Блин, надо еще выше скорость брать. Я прошел. Мне, я, можно я мотик буду? Ты хочешь быть мотиком? Ну бери мотик, да. Я возьму. А я еще буду Бигфут? Получается, что да. А, тебе там самое интересненькое достанется. Ну ладно, хорошо, поехали. Я буду как бот стоять и ждать, на тебе будет вся ответственность, весь груз ответственности. На мне вся ответственность, да. Оп. Все, давай, я тебя направо отвожу, потом ты мне скидываешь по мосту. Я должен тебе скинуть, да. Вот эту трубу, походу, чтобы я по ней заехал. Вот, хорошо, все идет. Назад! Поворачиваем налево, готовься. Я тоже поворачиваю с тобой. Все, я надеюсь, это не фейк чекпоинт. Ну, для меня это фейк. Аккуратненько только помни то, что эта штука красная вертикально любит аккуратность, ласку. Ага. Там какой-то поребрик у тебя. Совсем аккуратненько думаю, касайся перед этим колесом. Я думаю, что надо с поребрика именно. Сейчас я его на дыбах, блядь. Так не убейся там. О, пошло! Все, труба. Упала. Стой! Сейф трубу. Она совсем сильно. Ладно, я запрыгну и так по ней. Потому что... То я скилл-тест, мастер, нет. Я заехал. Блин, я надеюсь, что этот... Походу, подвигается эта труба, нужна для... Стой! Мне так кажется, я должен на тебе, а ты со мной дальше вверх. А ты сам на... Нормально заехал. Нормально! А твой байк украл! Нет, ты сможешь сам проехать здесь, Агиман. А, не, нифига. Тут есть проблема, Агиман. Она заключается в том, что ты реально должен был быть у меня в кузове. И ты, походу, должен был скинуть контейнеры мне. А, ты спавнишься сверху? Да. Так вообще проблем нет, давай. А, ге... Давай, аккурат свой выключай. Нормально заезжай. Все. Давай. Аккуратненько. Главное, чтобы ты в кузов не завалился. Я буду аккуратненько заезжать. Сейчас будет задняя ось подниматься и назад, чтобы рейд тебя подкинет. Че за фигня? Ты Бигфут или лох? Вчерашний. Во, хорошо. Сейчас вот я подкинет нафиг. Пошло, поехало. Слушай, неплохо идем. Очень неплохо идем. Ты че, я тебе на голову наехал? Ты подкинул меня слишком сильно, поаккуратней. Ты сидишь на мне еще на первую позицию, вырываться умудря. Ловлю. Коковод, куда ты ловишь? Ого, ты улетел. Ты куда? Куда ты газуешь? Да... Вот туда, поаккуратней. Это ты меня попкой подкидываешь. Ну, стань красивым.
Да. Нормально, я зафиксировался, газуй, нормально, хорошо. Ты уверен, поедем. Ты мне руку... Нормально, нормально, колесо у тебя в салоне держится, поехали. Ты меня долбишь, Агиман, колесом. Я зафиксировался намертво, смотри. Намертво? Ты еще выехал? Да ты охренел, мне в лицо колесом этим заехал. А как ты будешь выезжать? Как ты выезжать ты будешь на контроле? Нормально, ладно, нормально, пофигу, нормально. Поехали, там разберемся. Блять. Куда ты? Ловлю зачем? Тебя! Ну зачем? Ну контроль. Обалдеть, это филигранно делают. Тебя даже не подкидывает до стратосферы. Оп. Видишь, какое? Тише, тише, тише. Тише, аккуратно, пожалуйста. Хорошо, говорю, потише. Нормально. Тихо. Тебя твою жопу сносят влево опять. Сделай с этим что-то. Капец, тебя вправо-влево носят. Сильно не там пришел. Не дергайся, я тут тоже, видишь, как бы еду. Я чуть-чуть. Не по асфальту. Регулируюсь. Давай, пошел, 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 пошел. Я думал, ты упал. О! Хорош! О. Все, прошли, наконец-таки. Бам! А что с тобой случилось? Ты живой? Ты пнул меня. Так, на куда? Смотри, там бэткар и еще какая-то. Давай я бэткар возьму, потому что, походу, бэткаром по таймингам нужно будет пихать хрень, как я понял. Трындец ты, ведро медленное. Там несколько таких перепрыжек. О! Проехали! Жду. Пока, я пошел. Нормально ты. Умалишенный. Агиман, нет, я не лишен ума, у меня там еще осталось нормально. Смотри, проблема следующая. Тут не нужна такая высокая скорость, и там ротки открываются, закрываются. Они у нас рассинхронены, скорее всего, и ты должен сказать... Ты, короче, должен сам рассчитать. Короче, поехали, будь как будет. И пихай! Долетел? Нет. Ага, понял. Ты стартуй отзаду. Тормози, тормози. Я еду. Давай быстрей! Ну, что ты делаешь? Ты сам сказал? Давай, давай. Капец, ты медленный, а. Вообще сейчас шикарный тайминг. О, да. Ты долетаешь хоть? Нет, вообще не долетаю. Понял. О, как красиво. Не долетели. Ох, шикарно. Шикарно не долетел. Во. Блин, попади по-братски. Да ну нафиг не попал. Да ну, она сама. У тебя там что, любимое место невезучее, что ли? Да блин! Ну, ты. Ладно, блядь. Я буду брать левее сейчас. Пи***ц, на трамплине я. Вот! Идеально! Я подъезжаю, заезжаю. Ой, как ты... Блин, вдвоем! Да, вдвоем пошли! Шикарно! Офигеть просто! О-о-о. Вот это жесть! Мне еще в этот момент верхняя это понял? Агиман. Убралась. Bad news for you. Look at it. Look up. Трындец. Я кого-то блядь. Забыл, мне кажется. Шикарно. Ого! Ну я технологию понял, хорошо. Но ты сейчас вообще как будто не старался, фантумец. О, идеально ровно. Идеально ровно. Хочешь подтолкну? Подтолкнул! Зачем? Я бы на шифте... Ты не попал? Я туда пролез, я бы на шифте носик бы опустил. А ты бы не... А ты по итогу не попал, да? О! Оп. Хорош! Нет, 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 нет! Что нет-то? Меня по дуге, выкинуло по параболе. Вот. Shift. Только не падай вниз по-братски, а. Блять, ну ты посмотри, куда она меня выкинула. Да я не вижу, я тут катаюсь по трамплину. Привет. Да что ты опять туда прилетел? Ты не нужен мне здесь, ты наверху нужен. Подтолкнуть? Мало скорость, да-да-да-да-да-да. Блин, я не попал. Нормально, нормально. Ну теперь нормально. Стой, не толкай. Могу подтолкнуть. Не толкай, не тол... Стой, стой. Да я стою же внизу, ничего сделать все, не вот могу. Вот так, как я и должен был сделать, я сделал. Все, ты там наверху? Да. Наконец-таки. Тут я еду. Быстро какой-то. Жди меня. Я вот сейчас тут чек возьму. Господи, я теперь не могу туда заехать. О, тебе, походу, надо быть теперь для меня трамплином. Офигеть, спасибо. Это то, для чего я рос. Да блин! Проблема была не во мне, проблема в том тебе. Видишь, сам я как хорошо проехал сейчас. Просто шикарно. Поздравляю, ты упал так же, как я, когда, помнишь? Да блин! Я понял, что сделать нужно! Я, кажется, должен по таймингам тебя вот так вверх выбивать. Я тут... Опа, привет, Йоан! Нет, мне кажется, если это так, это вообще будет очко страшное. Блять, походу да, квантумец. Еду, я близко, давай. Да, я понял, все. Еду.
пиздец ты понял. Еще рано. Давай. Почти. О, уже. Когда ты говоришь, короче, что ты взял бустер, я нажимаю ускоряшку. Все, готов? О! Я залетел. Но я не попал на платформу. Я долетел до платформы, прикинь, ты меня выпулил. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это хорошо, но чуть-чуть не достал. Чуть-чуть еще попозже. Угу, понял. Сейчас не опоздал я. Да, опоздал. Да. Я уже трындец понимаю все. Взял бустер. Ага. Да! О, хорошо, идеально просто! Я в чек залетел здесь. Покончил с собой, надеюсь, не навсегда. Блять, квантумец, это не моя вина. Это фейк-чекпоинт был? Нет. Сейчас залезешь и поймешь, в чем проблема. Ты не говоришь, что сломал красную хрень? Нет, тут... она нормально встала? Но она... Все, забей, не трогай, пусть будет как будет, я пытаюсь заехать наверх туда. О, вперед, shift, ага. Зря. Нормально, я ждал чекпоинт по итогу. А, там чек. Все, прошел, фух. А мне как? Ну ладно, со мной не проблема, я летать умею. Хорошо, что я эту штуку летающую взял. А я тебе сейчас трамплин сделаю. Ты уверен, что это трамплин? Это похоже на трамплин? А, ну ты назад откатись просто и на турбине. Высоко пошел слишком. Так, за это никто сейчас не осудит. Никого нет, мы не соревнуемся. Поэтому можно Alt-F4. Ты даже, это сделал мимо. Серьезно? Не, я там четко все сделал. Давай я возьму машинку, а ты возьми... Не, нифига, давай я лучше возьму велик. А что это за велик? Это новый велик, походу, из игры? И новая тачка, кстати, это новая машина. Контумец, сейчас, возможно, одна попытка. Да нет, она нормально лежит, Агиман. Она четко лежит, да. Она офигенно лежит. Охуенно лежит. Ладно, хрен с ним, мы перепрыгнуть это можем в целом. Охуенно шикарно лежит. Ну, забей. Сука. Я же даже соляного это пройти могу. Я не совсем понимаю, на кой хрен ты мне там нужен, если там... О-о-о-о-о! Я не могу с ним контролировать его, Агиман, это очень сложно. Езжай аккуратно. Это чрезвычайно сложно на нем ехать. Ну, можешь чуть поактивнее ехать, пока сам не упал. Не, нормально. Чуть, стоп, остановись, я тут подергаю себя в кузове. Да он придурок какой-то, этот велосипед, ты говорю. Буквально отпускаешь все, он начинает лететь вперед. Вот ты ничего не нажимаешь, он просто летит вперед. Подожди, я хочу проверить, что здесь надо сделать. Вот, он сам взял, поехал. Я вообще не понимаю, типа, зачем мне тебя здесь тащить, смотри. Езжай, опусти мост, я сам проеду. Тут есть невидимый путь. Серьезно? Если вдруг мост у нас упал, здесь есть невидимый путь. А, автор красавчик. Слушай, я реально без проблем, без тебя еду по этой дороге. И эти штучки меня не скидывают. Ну, я научился по ним ехать. А, я, кажется, понял, куда тебя здесь пригнать надо. Что ты делаешь? Не хотел перепрыгнуть. Сейчас разберемся. Я еще прыгать могу, если что. Поэтому здесь не все у нас потеряно, и мы все про... Да почему ты сам едешь? Меня бесит велосипед, механика велосипеда в этой игре. Кто бы знал, ужас. Куда? О, тут реально объезд есть. Там куда ты ускоряешься? Горячая кровь, тупая башка, что ж ты делаешь? Я нажимаю капс, чтобы он не ускорялся, а ему пофигу. Вот, мне сейчас главное не залоханиться. Чек, по идее, тебе нужно взять. А мне, чтобы этот чек взять, я вообще не понимаю, что мне надо сделать. Все, я взял. А, так, теперь тут я тебе должен идти. О, что это было? Я какой-то баг страшно нашел. Поехали. Провези меня туда. Наезжай. Спасибо. Я не понимаю, что я должен сделать. Я пока переспал. Да. А что я парюсь-то? Но я не могу проехать, ебаные камни. О, забей, я проехал, Агиман. Да какая нахуй разница, я до тебя доехать не могу. Ну, у нас теперь тебе не придется ехать заново. Я с тобой по ним ехал, блядь, лучше, чем без тебя. Ага, это не опускается нифига. Очень интересно. Ага, ты по мне заехать должен будешь, и все. Не, блядь, у нас скилл-тест закончится на камнях. Да что с камнями этими, давай, езжай. Я хуй знаю, блядь... Проехал эти камни с первого раза. Сейчас я вообще не могу по ним проехать. Блин, а какой там самолет будет? Если я возьму самолет, я смогу тебе как-то посодействовать во всем этом безумии. Камни перестали проходить. Давай я возьму самолет, вдруг это будет нормальный самолет. Оп, Агиман, тебе повезло, и мне тоже, Агиман. Это новый самолет с функцией вертикального взлета. Я почти камни прошел. Аккуратненько. Надеюсь, ты не такой тяжелый, и я камнем вниз не обрушусь. О, идеально просто. Лайфхаки, блин, в деле.
Я в рот. Я эти камни проходил. Вперед, просто вперед. Ты там это контролируй себя, а то меня что-то сносит здесь сильно так. Где тебе чекпоинт, говори, куда тебя высадить. Просто вперед на платформу от арены. Все, давай, власть. Ну и мне, видимо, нет самолета. Ну, судя по тому, что у меня взяли самолет, мне дали самолет. Это тоже самая тачка. Снова пикап. Я тебя, походу... Мы, короче, начали этот элемент задолго до этого элемента, Акиман. Давай, заезжай. Давись, все. Нормалек вышло. Так, крылом-то не задеваем, не задеваем. А куда тебе? Мне надо просто сюда вперед? Нет, ты просто стой на мне, а мне нужно лететь с тобой вот через все это. Поправь там себя как следует. А то ты сползаешь к двигателю. Че, нормально, ненормально? Как там у тебя дела? Говори, договори на меня. Не, нормально, нормально. Я просто типа назад типа спихиваюсь, но я еду. Еще мешать надо будет убрать. Аккуратно меня, да, не зацепи. У меня еще хвост здесь вообще трындец. Мины сверху снизу. То, что я люблю прям. И так сильно, пожалуйста, вверх-вниз делайте. Мне тягу как-то контролировать же нужно. И вектор направления полета нашего. О, чекпоинт тут. Обалдеть, что за скилл-тест. Это трындец какой-то. Я тебя везу тупо на самолете по тоннелю забить минами. Ты там как? Нормально, нормально, держись. Тут просто узенько для меня как-то оказалось. А я так понял, тебе надо меня на ту красную платформу, да? Да. Хорошо, что он хотя бы влево-вправо не дергается, а чисто только зад-вперед. Ну, я его аккуратно так стараюсь дергать. А тебе точно сюда надо заехать? Фиг знает. Ну я заехал. О, да. Мы прошли. А что дальше? Чекпоинт сверху. А. Наверное, надо руку сделать, да. Да. О, это финиш. А, мы прошли? Все. Победа, мы прошли. Меньше, чем за час. Ура, 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 ура. Это был очень классный скилл-тест. Нет, это был реально крутой скилл-тест. Мне прям зашел он. Квантум, Агиман были с вами. Это был парный скилл-тест. Как тебе серия? Пиши в комментариях. Не забудь про подписки. Обязательно подпишись на канал, чтобы не пропускать новые серии. Всем пока и до скорых встреч. Пока.